Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Розпочато новий навчальний рік, і діти, студенти та школярі, звичайно, напружують свій зір, аби гарно вчитись. І доводиться працювати як з гаджетами різної конфігурації, з телефонами, ноутбуками, планшетами. І сьогодні ми розкажемо вам, як же зберегти зір і не напружувати його так, як це роблять наші діти. Допоможе нам розібратися з цим питанням Владислава Тихомирова, лікарка-офтальмологиня дитяча вищої категорії Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні. Дуже раді вас бачити. Тож, справді, діти зараз активно вчаться. Їм все потрібно для того, щоб засвоїти новий матеріал. І багато чого зараз не в книжках, так, як раніше це було колись, а в гаджетах. І зір дуже швидко падає. Отож, ваші рекомендації. Сьогодні ми почуємо, що потрібно робити, як обмежити дітей. Отож, спершу, з чого треба почати? Добрий день. Дуже приємно бути сьогодні в вашій студії. Дійсно, є о чому розказати, тому що у нас було дуже таке трудне літо. Лето – это тот период, когда все проходят профилактические осмотры к школе, и мы выявляем различную патологию снижения зрения у деток. К сожалению, близорукость помолодела. Близорукость – это когда мы очень хорошо видим вблизи, плохо видим вдаль. Связано это, конечно, безусловно, с гаджетами, потому что уже ребенок 2-3-летнего возраста, еще не умеющий разговаривать, уже умеет клацать, да, телефон и планшет. И идущие детки в школу, в этом году были детки даже 2015 года рождения, которые жили, имели приобретенную близорукость и вынуждены были идти в школу в очках. В школе, к сожалению, 2020-2021 год тоже показали немножко ухудшение показателей, потому что детки были переведены на дистанционное обучение, которое тоже не сыграло роль для улучшения зрения, только его испортило. Поэтому очень большая просьба к родителям задумываться внимательно, следить за количеством просмотра времени, которое ваш ребенок проводит с гаджетами. В любом случае лучше больше увеличения, чем меньше. Если ребенок вынужден выполнять ряд задач, даже через интернет, потому что сейчас очень много информации. Понятно, что она все очень развивающая, она интересная, она увлекательная. Но несоблюдение режима зрительных нагрузок, к сожалению, мы про цей режим зараз поговорим, потому что треба чітко розмежувати, знати, скільки часу треба активно працювати, скільки ми можемо, так, скільки витримує наше око і скільки треба для відпочинку. Ну, я думаю, що багато дітей не дотримуються і, звичайно, і дорослі так само. Ми змушені, бо ми живемо в такий час. Час швидкий, час вимагає постійного оновлення і якби ми так само могли оновити свій організм, то справді ми були б здоровішими. Але ж не так. Не так. І це потрібно враховувати і над цим треба працювати. Отож, дитина пішла до школи в окулярах. І це для батьків страшна ситуація, показник, який говорить про те, що зір може псуватися й далі. Тобто це тільки перший клас, а ще попереду скільки років. Звичайно, зараз медицина пішла вперед і є корекція зору і лазерна, і можна лінзи контактні носити і так далі. Тобто багато чого є, але ж хочеться, щоб свої були очі здоровими. Якщо дитина, наприклад, пішла до школи вже в окулярах, то теж є рекомендації, як для дітей, так і для батьків. Потрібно окуляри носити, і чи можемо ми сподіватися, що зір повернеться або хоча б відновиться? Ну, для того, чтобы, по-перше, у нас у деток, к сожалению, не падало зрение, нужно соблюдать режим зрительных нагрузок, нужно гулять на свежем воздухе не менее, по возможности не менее 2 часов в день, нужно использовать правило 20-20-20, 20 минут ребенок находится, делает уроки на близком расстоянии, через каждые 20 минут он хотя бы на 20 секунд должен сделать упражнение, которое увидеть дальнейшую точку ясного зрения, как только можно там в окошко посмотреть, то есть вдаль. В дальнейшем приступить к своей работе. Минут через 30-40 в любом случае нужно делать зарядку для глаз хотя бы на 10-15 минут. То есть разгружать наши глазки. Гимнастические упражнения помогают сохранить высокий функциональный запас
резерва аккомодации, который у наших деток, к сожалению, очень слабый. Это вы имеете на увазе зарядку для очей, да, так? Да, которую нужно Не загально физичную? Не, это зарядка для глаз, для которую очей. Мы должны, потому что синий свет смартфонов, планшеты, ноутбуки, это все очень близко, детки в любом случае не соблюдают режим и очень близко подносят предметы к носу. Нужно держать дистанцию, должно быть хорошее освещение, это не должно быть лежа, тем более в ночное вечернее время. То есть в дальнейшем, если мы видим, что ребенок уже пользуется очками, должен приходить регулярно на плановые профилактические осмотры, и мы отслеживаем, можем мы помочь, можем мы в будущем снять очки, можем мы перевести на контактные линзы, может ли улучшиться зрение самостоятельно. В этом должны быть заинтересованы и родители, и дети. То есть есть еще шанс на то, чтобы зір покращився або поновився? Когда легкие проблемы, их еще можно избежать. Если близорукость, к сожалению, прогрессирует, тогда мы вынуждены переводить деток на ношение контактных линз на ночь, для того, чтобы днем они видели хорошо. Наша клиника также специализируется на таких ортокератологических линзах. Результаты мы видим хорошие. Есть результаты, да, так? Да. Тобто можно лікуватися и взять до уваги как раз те прогрессивные методы, которые використовуються лікарями. Якщо дитина має ще можливість росту очей, то, можливо, все можна змінити в кращий бік. До 14 лет идет активный рост ребенка, и рост зрительных нагрузок в этом возрасте тоже не снижается, поэтому происходит падение зрения. Главное вовремя заметить, если ребенок прищуривается, низко наклоняется, приносит предметы близко к себе. На это должны обращать внимание и учителя, и родители. И если они приходят вовремя на консультацию с ребенком, мы еще можем помочь улучшить зрение. А до какого периода формуется все у дитини, и так само можно сказати, що процес з очима вже завершено, так, якщо була, наприклад, там дальнозоркість, так, чи там була близькозорість, то залишається цей процес. Це скільки, 18 років чи більше? Ну, всі дітки повинні народитися дальнозоркими, дальнозорка і слаба степені, це фізіологічна оптика до школьного віку. Вот, если какое-то время она еще сохраняется, для нас это даже где-то плюс, потому что тогда все-таки мы видим вблизи, да, наши детки видят 100%. В дальнейшем дальнозоркость переходит в возрастную норму, и тогда вот эта вот очень маленькая грань между тем, что мы имели в этом году 100%, в следующем году ребенок пришел уже с близорукостью и девочки, но очень тонкая задача удержать ребенка от всех этих соблазнов, по возможности дробить на перерывы, давать спортивные силы, секции, то есть отвлекать, чтобы ребенок не находился в замкнутом помещении дома и не сидел в работе на близком расстоянии часами подряд. Вот, формирование. Раньше мы считали, что да вот, до 14 лет вы вырастете, и у вас со зрением проблем не будет. К сожалению, сейчас тоже отмечается тенденция, что детки могут потерять зрение и в более старшем возрасте. ЗНО, одиннадцатиклассники, часто мы замечаем, что в этом периоде роста, увеличения зрительных нагрузок тоже происходит падение зрения. Для того, чтобы получить высшее образование, навіть после 18 років, да, так, вони можуть втратити зір. Периодически, да, мы можем. Но как бы здесь все равно это будет не высокой степени изменения, а легкой. Тогда мы можем предложить им уже после 18 лет ряд вариантов. Действительно, лазерная коррекция зрения также возможна. Ну так, звичайно, але ж не хочеться. Хочеться, щоб це все було звичайним шляхом. Щоб, якщо втратили, якщо там були навантаження якісь серйозні, ну всі ми розуміємо, ЗНО, наприклад, чи там перший-другий курс, звичайно, студенти працюють, і зір поновити чи можна звичайними засобами, не вдаваючись до лазерної корекції? Для цього потрібно, щоб пацієнти приходили на консультацію к офтальмологу, делали ряд обследований, и в каждой конкретной ситуации будет совет, который будет максимально эффективен. Конечно, лазерная коррекция – это уже там последняя инстанция. Это ведь косметологическая операция с целью снять очки, контактные линзы. Ну, задача их не одеть, когда… Может, зарядки, еще мою на увазе, может, какие-то вправы, может, витамины, у вас комплекс. Конечно, еще тоже нужно об этом не забывать, что сбалансированное питание также укрепляет зрение, потому что и омега-3 жирные ненасыщенные кислоты, это рыба, морепродукты, а также витамины D, A, E, также микроэлементы, которые лютеины, зеаксантины, входят в состав ягод, тоже полезны. На рацион наших детей не всегда
удовлетворяет запросы, которые сейчас диктуют наше общество, зрительные нагрузки. Это им также не хватает. Однозначно нужно контролировать питание. Ось, ви сказали, що вправи є, так? Вони десь існують, чи можна зараз розповісти? От, на що треба робити акцент? Дивитись там в бік, можливо, там, робити якісь колові вправи і так далі. Ну, изначально нужно следить за осанкой ребенка. Как ребенок выполняет домашнее задание, локоток – это дистанция от стола до подбородка. Должно быть должное освещение, расстояние от книги или же планшета должно быть 30-40 сантиметров. По возможности все-таки делать домашнее задание через большее увеличение, чем через меньшее. То есть лучше ноутбук, чем смартфон. И элементарное упражнение – это метка на стекле. На окошке рисуете точечку, переводите зрение вдаль. Также упражнение гимнастические – верхние, слева, право, по диагонали. Мы можем крутить глазками в разные стороны, можем перебрасывать разный предмет в игры. Там бадминтон, настольный теннис, в играх, где маленький предмет движется на разном расстоянии для улучшения способности фокусировки. Таким чином дитина може зберегти свій зір, або хоча б, якщо вже почався цей процес, хоча б його призупинити, хоча б так. Звісно, потрібно розуміти, що ми так само, як і діти, можемо втрачати зір, так, якщо в дорослому віці людина постійно сидить в гаджетах, є ймовірність втратити зір, так? Так. Возникает зрительная усталость, астенопия, возникает синдром сухого глаза, когда не хватает увлажнения, нам хочется проморгаться, так не получается. Конечно, есть ряд увлажняющих капель, которыми более взрослые пациенты могут пользоваться по мере жалоб. Когда работа – это необходимость, и работа на близком расстоянии у нас непрерывна, мы можем спасаться, ну, опять же, рекомендую вначале обследоваться офтальмолога, а офтальмолог вам посоветует самый оптимальный вариант, который будет для ваших конкретных глаз. Их сотни, их много, все они конкурентно зависимые, все. Ну, вони в той одній мірі ефективні. З приводу того, як діти готуються зараз до школи і що вони роблять ввечері. Ми всі знаємо, що соціальні мережі, що це таке? Це те, що залишає дітей переважно в положенні лежачі або сидячі. Діти сидять в телефонах і ось так безперервно дивляться туди. Забирати телефони, от як ви рекомендуєте взагалі діяти батькам? Бо це ж це неможливо. Звісно, якщо ми підемо проти желания ребенка, мы уже сразу получим конфликтную ситуацию. Для того, чтобы такой конфликтной ситуации не возникало, максимально ребенок должен не быть лишен живого общения. Когда ребенок ходит в какую-то спортивную секцию, выполняет ряд задач. На самом деле ему некогда сидеть в соцсетях. Но в любом случае, если такое происходит, если родители видят, что в вечернее время при выключенном свете ребенок тихонечко там под подушкой сидит в телефоне, так синий свет, к сожалению, очень губительно влияет на сетчатку каждого человека, поэтому ребенок может потерять больше зрения, чем вот даже мы будем знать, что вот он 10-15 минут посмотрел себе любимый там видеопередачу или фильм, и это будет для него в дневное время при нормальном освещении, это для него будет меньше вреда, чем ребенок спрятался, не сказал родителям. То есть как бы желательно контакт ребенка с родителем. Родитель должен понимать, нести ответственность за зрение и понимать, что да, возможно, здесь смартфон сыграет не лучшую роль и приведет к потере зрения. Но запреты приведут еще к большим ухудшениям зрения. Поэтому как бы из рекомендаций контролировать и добиваться понимания родителей и ребенка, тогда будет гармония. Вот. Ну, звичайно, хотілося б, щоб було краще. Звичайно, хочеться, щоб діти розуміли, наскільки це шкідливо. Але зробити, особливо зараз, в цей час, коли потрібно і вчитися, і щось здавати, і з першого класу це все починається, можливо, навіть і раніше. Согласна, но не все же так. Дети, которые уже до первого класса, они уже приучены, к сожалению, к смартфонам, они уже знают, что такое планшет, они умеют найти нужную игру. Вот это надо запрещать, потому что вы можете включить на телевизоре, вы можете включить на большем увлечении. Все они очень развивающие, очень интересны. Но когда ребенок зациклен на мелкой зрительной нагрузке вблизи, мало того, что он очень нервный, попробуйте у него еще эту игрушку отобрать, вы посмотрите на поведение. Готов ли ребенок перейти к играм?
настольным, готов ли он складывать с конструктора, ведь тоже это очень развивающие мероприятия, которые вот когда ребенок готовится к школе, он в любом случае должен выполнять ряд задач, не связанных с смартфоном и планшетом, а возможности. Тогда звичайно, мы можем сохранить так, якщо буде такий контакт між батьками, вчителями також, які розуміють, що не все потрібно давати в режимі онлайн, треба хоча б трошки залишати часу для звичайного спілкування. Ми змушені були минулого року так працювати, але цього року сподіваємося дуже, що буде трошки інакшим навчальний рік, і ми зможемо хоча б вживу поспілкуватися і зможемо так організувати свій робочий день, аби не було шкоди для організму. Я вам дуже дякую, пані Владиславо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми поговорили на дуже таку болючу тему на сьогодні. Вона стосується зору наших дітей і нас також. І з цим треба боротися, треба щось робити і розуміти, що зір нам дається один раз і на усе життя. Тому будемо робити, будемо усіх заходів вживати для того, щоб наші очі були здоровими. Дякуємо вам і обласному центру громадського здоров'я. І зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.